Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 июля. Осадков, за исключением восточных регионов, не ожидается. Грозы, напротив, прогремят по всей территории страны. В утренние часы большую часть синёкой окутает туман. Ветер усилится до 18 метров в секунду. Грядущей ночью термометры покажут от плюс 6 до плюс 12 градусов, днем от плюс 17 до 23 со знаком «плюс». Смертельные погодные катаклизмы оккупировали Непал. По меньшей мере 32 человека погибли, 12 получили ранения, 17 пропали без вести. Всему виной наводнения и оползни, вызванные проливными дождями. Стихия, как сообщается, затронула 21 район. Властям удалось эвакуировать 9 сотен людей. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, во второй половине дня возможны осадки, грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, временами с порывами до 14. Днем столбик термометра прогреется до 23 тепла, ночь уже опустится до 10.